нам присоединяется вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Насколько дорого обошлась польскому правительству такая покладистость бастующих перевозчиков? Давайте с этого начнем. На сегодняшний день я не могу четко ответить на этот вопрос. Мы примерно понимаем те запросы, которые получило правительство. Примерно понимаю, почему именно позавчера был подписан документ и разблокировано оставшиеся 3 пункта пропуска, потому что была встреча 2 президентов в этот день. Готовится визит господина Туска в Украину. Я думаю, это все связанные вещи. Ситуация с аграрием решилась намного быстрее. Им пообещали определенные вещи, и над этим сейчас работают. Такая же история с перевозчиками. К сожалению, официального документа мы еще не имеем. Но то, что мы видим в прессе, мы понимаем, над чем будет работать правительство Польши. Мы очень надеемся, что оно будет коммуницировать с нашим правительством, в частности, с Министерством восстановления Украины, и те будут коммуницировать с нами с той точки зрения, что насколько требования, которые будут сейчас реализовываться, приемлемы для украинских перевозчиков. Потому что то, что мы прочитали, увидели, мы понимаем, что все равно будет какое-то ужесточение требований к нашим перевозчикам. К сожалению, часть этих ужесточений можно провести без любого вмешательства с нашей стороны, просто принять определенные законы польские, как мы уже имели эту ситуацию в августе прошлого года, когда изменилась ситуация с нашими водителями. Был принят закон, 19 августа он вступил в силу, 23 мы об этом узнали из первых штрафов, которые были выписаны на наши машины. И касался он всех без исключения поездок на территорию Польши. Перевозчик заранее должен информировать о том, что это происходит. У водителя должен быть документ установленного образца с мокрой подписью и печатью. И все наши разговоры о том, что у нас, в общем-то, и печать отменена. И предприятие может быть в Харькове, машина может выехать со Львова в сторону Польши. Но никого это не интересует. Кроме того, есть еще электронная форма. Мы там долго занимались тем, что наши перевозчики покупали польские электронные ключи, платили бешеные деньги, влили в экономику Польши. И с тем, чтобы сейчас отчитываться перед инспекцией по труду Польши, и с тем, чтобы инспекция по труду Польши, с одной стороны, уже имеет от нас информацию, с другой стороны, имеет право перепроверить и какие-то санкции применить. История немножко заглохла с момента забастовки, потому что всем было не до того. Но реально такой закон существует, он абсолютно антиукраинский. И на сегодняшний день мы там пытаемся через международные организации каким-то образом на это отреагировать. Честно говоря, положительных эффектов пока нет. Причем этот закон касается не только Украины, а еще 17 стран, которые не являются странами Европейского Союза, и, к сожалению, тоже, точно так же пострадали уже, в частности, перевозчики Турции, Сербии. Но пока ситуация не изменилась в лучшую сторону. Мы видим, что есть желание усилить контроль за всеми, без исключения, машинами, которые будут украинскими заезжать на территорию Польши. Мы считаем, что есть идея обязать польских экспедиторов и производителей, и всех, кто будет отправлять товары в Украину, отправлять по четкой формуле: каждая вторая машина польская. Не могу понять, как это будет реализовано, как они будут искать машины в мой родной Херсон, если у них постоянно поставки будут в Херсон, например, с Познани, условно говоря. Не совсем это понимаю, но я понимаю для себя, что это может польское правительство решить достаточно быстро, намного быстрее принять соответствующие законы, чем это происходит в Украине, и тем самым облегчить нам, в кавычках, жизнь. Единственное, что мы со слов наших чиновников понимаем, которые имели коммуникацию с польскими чиновниками, что Польша будет сейчас разрабатывать какие-то предложения в соглашении Украины и Европейский Союз по грузовым международным грузовым перевозкам, которые, по их мнению, должны ужесточить требования к нашим перевозчикам. Не совсем, опять же, это понимаю, потому что на сегодняшний день, приведу просто конкретный пример вчерашнего дня. Порядка 2 фактов зафиксировано нарушение соглашения Украины с украинскими перевозчиками на польской территории за прошлый год. В Украине польские перевозчики аналогичных сооружений, нарушений соответствующих, зафиксировали больше 50 раз.
Не могу понять логики, честно. Мы пытаемся вести переговоры с словаками, с венграми. Ну, в общем, ситуация такая. То есть мы понимаем, что 1 марта очень даже может быть, что граница опять будет заблокирована. Во всяком случае, мы должны к этому готовиться, потому что польские перевозчики сегодня четко понимают, что только блокировка границы даст возможность решить им их проблемы. А в чем их проблема? Очень просто. Они понимают, что в ближайшие 5-6 лет Украина станет Европейским Союзом. Мы будем равноценными с Польшей игроками на рынке перевозок Европейского Союза. Если сегодня у нас примерно 60 тысяч машин, которые могут работать на этом рынке, но не работают, потому что есть ограничения по соглашению, а у них их 320 тысяч, то эти 60 тысяч машин надо сегодня каким-то образом сделать так, чтобы они развивались, а мы нет. И они над этим работают, к сожалению. В том числе введение возможных дозволов, о чем они продолжают думать, оно может к этому привести. Вот такая история. Поэтому тут работа на перспективу. Как правительство пошло на то, что от них просят забастовщики, я думаю, что они просто взяли для себя время, чтобы решить вопросы, которые я не понимаю, как они решат. Хотя, с другой стороны, ну, вдумайтесь, Евросоюз должен компенсировать польским перевозчикам то, что они потеряли рынки перевозок в Беларуси и в Россию. Ну, мне сложно сказать, насколько это правильная история. Может, возможно, наверное. Я знаю, что они пообещали, что они над этим будут работать, они будут делать запрос. Хотя хочу напомнить, что еще не далее, как в начале ноября, мы слышали от Евросоюза, что они наложат штрафы на Польшу за то, что они заблокировали границу Украина и Европейский Союз. Но, к сожалению, штрафы не наложены, а какие-то счета будут выставлены. Поэтому ситуация непростая. Важный момент здесь. Приостановлена блокировка, мы это должны понимать, должны готовить запасные аэродромы и должны понимать, что со стороны кого-кого, а польских перевозчиков, экономическая война с украинскими перевозчиками нас еще ожидает, к сожалению. Поэтому мы должны быть готовы, мы должны быть конкурентоспособны, мы должны быть намного хуже, намного лучше, намного выше их своих, понимая, что нам сегодня четко сказали, написано в соглашении, что польская сторона усилит контроль за украинскими перевозчиками. Ну, наверное, это будет правильно и справедливо, если украинская сторона усилит контроль за польскими перевозчиками. Поэтому очень много вопросов, и очень надеюсь, что все-таки при принятии каких-то решений будет учитываться интерес украинских перевозчиков. Поэтому мы над этим работаем. Работаем. Мы над этим работаем. А, Владимир, вот вы говорите, что блокировка границы польскими перевозчиками повторно, то есть еще раз может случиться. Но это ведь такой тонкий момент, когда эта блокировка уже как инструмент используется. И теперь может такая ситуация возникнуть, что мало ли чего не понравится, показалось, либо же опять Или какая-нибудь... внутриполитическая ситуация, скорее всего, сложится Таким образом, да, что соответствующим. опять будет блокада. А на какие можно пойти уступки, да, друг другу для того, чтобы эту ситуацию исключить, чтобы понимать, что ну, мы вот пошли на такой шаг, а поляки скажут, мы сделали такой шаг. Потому что мы же не должны еще исключать и того факта, что вот эта претензия о том, что поляки говорят, да, что не могут больше ездить в Беларусь и Российскую Федерацию, поэтому теряют деньги. Ведь тут же еще прослеживаются и вот эти уши Кремля, так называемые. На какие условия мы должны пойти, к чему И на прийти? какие не можем категорически, да, наверное. Да. Где вот эти края для того, чтобы ситуацию зафиксировать и чтобы не было этих блокад? Ну вот, приведу два конкретных примера. Из, опять же, их требований, которые мы видели, но пока не официально. Жесткое требование, что электронная очередь на границах должна иметь такие же рычаги влияния на украинского перевозчика, как и на польского. Категорически поддерживаю. То есть и украинские, и польские, и все другие перевозчики должны быть в равных условиях. Есть требования, причем сегодня оно интерпретировано одним из наших коллег, не знаю, насколько это правильно, только когда уже официальный перевод увидим, посмотрим, что если на пункте пропуска у Грини Долгобучев появится хотя бы одна украинская машина, забастовка будет немедленно возобновлена. Ну, чисто такое интересная ситуация, и по-разному на это можно смотреть. Ну, могу сказать следующее. Грыня Долгобучий открылся 4 декабря для движения пустых грузовиков.
Это большой шаг, я считаю, навстречу всем перевозчикам. Это сняло 100-150 машин в сутки с других переходов. Можно ли пускать туда только европейские машины? Ну, большой философский вопрос, причем Еврокомиссия категорически против таких ущемлений. Но там нет электронной очереди. То есть это одно из условий забастовщиков. Дальше. Что уже сегодня сделано? По согласованию, на реализацию требований забастовщиков, еще во время забастовки было сделана отдельная электронная очередь на пункте пропуска Ягодин для пустых машин. К сожалению, она пока себя не показала, потому что министерство ее продекларировало в понедельник, точнее, в воскресенье, в понедельник 18 числа началась забастовка, очередной раунд, там было 6 дней перерыва. И практически, когда начали регистрироваться машины, то сложно сказать, как оно сработало. Но сегодня почему-то в Ягодине в электронную очередь на пусто написано там больше 1400 машин. При этом у Грини в Долгобрудже машин нет, он пустой. При этом Нижинковича тоже интересный пункт пропуска. Там работала электронная очередь. Еще позавчера там было 10-11 дней. Сегодня ни одной машины нет. В очереди едет свободно. Ну, в нашем понимании электронная очередь на пункты пропуска пустыми машинами 100% использовалась как какие-то манипуляции. Часть возможностей убрали, часть, наверное, не остались. Но отсюда остается следующий вопрос. Согласны ли мы с тем, что надо дальше двигаться? Я думаю, и мы, и польские перевозчики согласны, что, наверное, на Усть-Илуге тоже электронную очередь надо перевести в режим фиксации. Следующий пункт. И на Ягодине возможно. Хотя, если говорить мы, как это видим, я считаю, что Ягодин, Краковец, Раворусский, Шегинь должны быть чисто для грузовых машин. И мы должны бороться за свой экспорт. А польские перевозчики на Ягодине хотят тоже электронную очередь, отдельную, но в режиме фиксации. То есть с пустыми машинами ехать без очереди. Наверное, логика в этом есть. Особенно в том, что, в принципе, все машины могут приезжать, грузовые будут стоять ждать, пока таможенники и пограничники будут оформлять пустые машины, а грузовые будут ждать, загруженные. И дискуссионный вопрос, но, в принципе, об этом тоже надо думать, учитывая, что сегодня на Ягодине уже здесь отдельные пасы для движения именно пустых машин. И согласно обязательств, которые взяло на себя наше министерство, такие же пасы и такая же отдельная электронная очередь должна появиться на Краковце. То есть вот это то, что сегодня уже реализовано. Часть из этих вещей, они все равно идут на пользу перевозчикам, независимо какой регистрационный номер у него, польский или украинский. Часть есть конкретное лоббирование интересов польских перевозчиков. Мы тоже должны лоббировать свои интересы, в первую очередь экспортный потенциал, и думать о том, чтобы машины с товаром, с экспортным, ехали быстрее или не менее так же быстро, как пустые машины. Хорошо, давайте о проблемах на другой границе еще поговорим. Румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска Халмеу-Дьяково. У них какие претензии, ну и какие перспективы этого протеста, насколько он может быть длительным? Смотрите, он начался в середине прошлой недели. Первый протест был движение грузовиков без прицепов и тракторов по дорогам польским, румынским, извините. Эти движения замедляли рух движения других транспортов, да, и как бы сделало определенное неудобство. Но уже без грузовиков трактора приехали в субботу на Сирет, это переход по Рубно-Сирет, заблокировали несколько часов, потом они приехали в воскресенье, тоже заблокировали несколько часов, причем в воскресенье уже были перебои с проездом автобусов. В понедельник они заблокировали Красноильск. И действительно, сегодня заблокирован уже Дьяково-Холме. То есть практически те требования, которые мы сегодня видим, мы, конечно, со своей стороны сделали обращение в МЗС в понедельник, во вторник написали послу Румынии в Украине. Сегодня мы обратились к президенту Европейского Союза, гранту Конституции Украины. Все эти движения мы делаем, общаемся с министерством. Министерство, говорят, общается с министерством профильным в Румынии. Те как бы не имеют отношения к этому процессу, потому что аграрии требуют, у них внутренние требования. Такая же информация есть от наших коллег, международных грузовых перевозчиков, от профильной ассоциации, что в принципе это внутренняя история, это подготовка к парламентским выборам. К сожалению, партия АУР, которая непосредственно этим занимается, тоже имеет пророссийскую ориентацию.
Блокировка границы – это очень эффективный метод заставить с собой разговаривать, судя по всему. Причем заблокировано, там были проблемы, и время от времени бывает и на румынско-болгарской границе, то есть не только касается это украинской границы. Для нас это, конечно, серьезная проблема, и мы пока не понимаем перспектив, как это будет быстро реализовано. Что касается требований, ну, многие говорят, они нас не касаются. Я так не согласен. Я, например, читал такое требование, что запретить экспорт топлива румынского в Украину. Ну, сложно сказать, что нас это не касается, тем более, что мы понимаем, что топливо идет в том числе для нужд вооруженных сил Украины. Следующее требование – запретить экспорт пшеницы Украины в Румынию. Ну, знакомое нам требование, мы уже играемся с этим год практически, но это касается напрямую экономики Украины, надо это признавать. Но у меня очень большие надежды на то, что правительство Румынии разберется, объясню почему. Это правительство Румынии и России, и Украины самые активные партнеры в вопросах построения дополнительных возможностей логистики украинского экспорта через территорию Румынии, в первую очередь под Констанцию. Под Констанцию Евросоюз выделил дополнительные деньги. Строятся дороги, увеличиваются. Закончилась реконструкция пункта пропуска Красноярск, который работает уже практически год. Сегодня запроектировано два новых полноценных пункта пропуска. Один в Черновецкой области, один в Закарпатской. То есть реально над этим работает правительство обоих стран. Больше того, очень активно вместе с Молдавией прорабатываются варианты транзита груза через Молдавию, как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. То есть это намного более активная позиция правительства Румынии, чем, скажем, правительство Польши. Не потому, что они менялись, это просто вот ситуация. Да, мы понимаем, что правительство Словакии и Венгрии вряд ли там будет нам чем-то способствовать активно. Но давайте скажем честно, Венгрия не блокировала границу все это время, слава богу. Словакия блокировала, но правительство осуществляло реальные контрмеры, и блокировка была не длительной, это тоже правда. Поэтому они четко понимают, что они транзитные государства, они с этого живут. Румыния, слава богу, не требовала возвращения дозволов. Ни правительство, ни ассоциация румынская. То есть они как бы намного более позитивно к нам относятся, но политика сделала свое дело. И практически в этом году выборы во многих уровнях Румынии. И с Нового года была предыстория. Конечно, подорожало, топливо подорожало в Румынии, акциз подняли. Ну, кому это понравится? Наверное, не понравилось транспортникам, аграриям, и они решили, так сказать, не побастовать. А политическая сила, точно так же Польша, партия Конфедерация, которая на момент начала забастовок имела рейтинг и получила 18 голосов в Сейме. Если бы эти выборы были сегодня, они бы получили 3-4 голоса в Сейме. То есть за эти чуть больше 2 месяцев реально партия Конфедерации набрала определенные политические очки. И практически в начале марта идут местные выборы, и они там планируют принимать активное участие. То есть есть политика, есть поддержка. Ну, готовимся к местным выборам у наших соседей и мы. Запасаемся терпением, к сожалению, не попкорном. Спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашем эфире. Напомню, что на наши вопросы отвечал Владимир Балин, вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков. Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.